Всем привет! Это наш 60-й Weekly Update. С вами я, Данил. И давайте же посмотрим, что у нас произошло за неделю. Как мы и говорили в прошлом Weekly Update, мы начинали работу с этим контейнером. Как вы можете заметить, мы успешно установили все 4 вставни, рамы. Успешно пропенили. Осталось загрунтовать эти рамы и нацепить сетку. Со стороны горячей зоны уже установлена сетка, а также 2 опорные рамы. Ну а теперь давайте перейдем внутрь контейнера. Итак, мы внутри контейнера. На данный момент именно вот так он сейчас выглядит. В нем уже установлены все PDU. Также сегодня мы оснастили данный контейнер коммутаторами для подключения интернет. Установлен на каждую полку кабель-канал для дальнейшего кабель-менеджмента, чтобы все выглядело удобно и красиво. Как я уже сказал ранее, как только мы загрунтуем рамы, мы установим сетку. А делается это для того, чтобы в зимнее время, когда мы будем восстанавливать фильтры, она легко прижалась и не было никаких щелей, чтобы манера не сильно охлаждались и не загрязнялись. Также были проведены работы по герметизации данного контейнера. Мы пропенили все возможные щели и промазали герметиком крышу. Это был наш 60-й Weekly Updates. С вами был я, Данил. Пока!